такой итоге тортик у нас получился. Надеюсь, что данный урок вам понравился, и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и, как всегда, если вы были со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока.